необходимо определить условия, вернуть заложников домой. Ох и Алис, ох и Алис, такая любвеобильная девочка, да, Алис, иди, Алис, 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 Алиса. Ты такая любвеобильная девочка, да? Алис. Алис. Мы с тобой будем дружить, да? Мы с тобой друзья. Алис. Да? Мы с тобой друзья? Что такое? Что там? Алиса. Птица полетела, да? Птичка полетела. Да. Что ты там чешешься? Алиса. 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 Дай поцелую девочку. Ой, такая девочка красивая. Вот так вот, да. Вот такая девочка интересная у нас появилась. Да, Алиса? Вот так вот возле меня улеглась. Мурчит. Алиса. Ты целовать меня будешь? Алиса? Ну все, отдыхай. Днем выспится, а ночью будет бегать с комнаты в комнату. Да, Алиса, спать никому не будет давать. Короче, абсолютно другой характер у них, вот, чем у кошек обычных, да, будем так говорить, шерстью. Ну, они мурчат по-другому, громче. И повадки у них другие, и, ну, они другие. Тот, кто держал котов, да, там, вот у меня британцы были, у меня разные коты были. Абсолютно разные характеры, и я впервые с этими свинцами сталкиваюсь, вот, сколько я, 2 дня знаю. Интересно, я вообще удивляюсь, пришел с работы, вот она... Сразу на меня встретила. Ну, интересные кошки. Такие, мало того, что на ощупь такие интересные, ну и в поведении интересные. Будем изучать дальше. Да, Алиса? Алиса? Там окно, там интересно, что там происходит. Люди любят на подоконниках сидеть, наблюдать. Что там, особенно, когда солнышко, да, Алиса? В общем, такие вот дела, друзья.